Мы в парке Хаусок. Билет стоит 300 ватт, действует 24 часа. После чекпоинта тропинка стала вот такой. Тут на картинке было написано, что без гида нельзя идти, штраф 1000 бат. Но, судя по отзывам, эта картина актуальна только в сезон дождей. Сейчас тут все ходят самостоятельно. Вот такой вот водопад в сезон засухи. Парк Каусок предлагает два маршрута для хайкинга по джунглям. Вот, в сухой сезон тут, в принципе, это будут чисто маршруты для хайкинга. В сезон дождей на них еще появляются, вероятно, довольно неплохие водопады. Вот, но сейчас их нету. Вот, также сейчас довольно ограничены водные развлечения, типа каноэ, тюбинга и так далее. То есть они очень условные. Вот, то есть, в принципе, в сухой сезон тут особо делать нечего, только ходить по джунглям. То есть один трек, который налево, он ведет на 4 или 5 водопадов, он займет порядка целый день. То есть с утра и до закрытия парка, до 6. Вот, второй трек, то есть первый это 7 километров, второй трек 4 километра. Ну, наверное, займет почти целый день, чуть меньше. И тут один водопад в самом конце. Ну, естественно, жемчужина парка – это озеро. Ну, это совсем другая история.